Ну вот, матушка природа, она вообще предполагала, что такое возможно? Ну, если это возможно, значит, она предполагала, что такое возможно. Слушай, ну, а еще всякие... большинство геев, у них братья есть. То, у меня никак не зависит от брата. Да? Ну, может, ну, и братья. Потому что только Токио Хотэл стали известны, потому что они раз в глаза накрыли. О, особый мораль, как раз. Ты что за дурак? Ты не боишься? Лен, ты что за твой? Лен, отвалится. А тебе же, мне кажется, прикольно было. Жень, у нас друзей геев? Пять. Прям друзей? Да. Офигенно. Так они на самом деле добрые. Они, ну, самые лучшие друзья для девушек, мне кажется. Да. Они, знаешь, там, они реально там... Жень, слушай, у меня помадка новая, знаешь, что это? Ну, они, да, они такие, они прям... Добрые, всякие радостные. Не знаю, я лично вот отношусь к этому ко всему нормально. Я у нее Они очень заботливые, в плане вот как друг. Единственное, что реально, то есть, ну, как бы, нормальных мужиков мало осталось. Вот в чем проблема. Есть же, типа, бисексуалы еще. Может быть, они, типа, ну, с мальчиками, но и, как бы, и с девочками живут, но с мальчиками там. Раньше в Америке, типа, это было модно, когда это так начиналось. Это делали ради моды. Блин, я, кстати, ну, наверное, из-за того, что... У меня нет таких реально, ну, друзей нету, которые с такой ориентацией. Я не очень это... Не, я понимаю, но как бы... Я, то есть, если в компании появится такой человек, я буду относиться нормально, но я не считаю, что это хорошо. Ну, то есть, не считаю, что это нормально. Но мне это не нравится конкретно. Вот я, то есть, из-за того, что у меня еще ребята, которые друзья, они постоянно к этому... То есть, ну, есть ребята, которые лояльно к этому относятся, такие, типа, ну, блин, типа, гей-гей. Гомофобы. Это которые против, типа, прям... Ну, не то, что, типа, хают, но они, типа, не нравится эта тема. И, как бы, когда они заходят об этом разговор, они, как бы, не выражают свое, как бы, мнение. И так как-то сложилось, что, блин, что-то я как-то к этому тоже... Как бы, по всеобщему мнению. Ну, не то, что ко всеобщему мнению, просто я не очень это понимаю. Нет, это просто... Нет. Нет, просто мои друзья тоже хают. Многие, но это, ну, как я... Это геи? Очень хорошие друзья для девушек. Прям как подружки. Да. Лена, что делаешь? Лечусь. А я даже примерно понимаю, почему. Почему? Ну, вот всегда девушкам очень интересно, ну, там, узнать мужчину получше, в том плане, что о чем они думают, знаешь, как они относятся к чему-либо, да, знаешь, ну, всегда, допустим, он говорит одно, а думает совсем другое. Этот же выкладывает душу, все рассказывает, такой человек помогает, заботится. И даже если у тебя какие-то проблемы, просто ты можешь тупо не писать, тебе приходит смс, как дела, я волнуюсь, что ты делаешь, там, прям такие вот. Единственное, что мне реально не нравится, это когда вот, ну, есть там, например, не знаю, гей, да, но по ним реально не скажешь, да, обычный парень. Ну, симпатичные, они обычно там ухаживают. И на них очень девчонки, как бы, на них девчонки очень, они, ну, очень нравятся. Да, они ухаживают за собой. Но есть пацаны, которые делают там реально себе, то есть красятся, делают прически себе, то есть реально там женские какие-то. Вот это я не понимаю уже. Если бы я была вот мамой, и мой ребенок, мой сын, который я, то есть, ну... Ну, на самом деле, мне еще кажется, что очень важную роль играет, нет, семья. Если он живет просто с мамой, вот как ни крути, все равно меняется вот это вот воспитание. Нет, воспитание, маму воспитывает по одному, а когда есть отец да, в семье, это пипец, это другое, он тебя, то есть, может, ну, не знаю, ну, не отклистать, ну, к тому, что, то есть, а родители, то есть, обычно... Ну, типа, он смотрит на папу, да, и папа мужик. А, типа, папа нормальный, типа. О, что за звук? Спасибо. И я считаю, что очень много играет воспитание в роли. Я бы очень расстроилась, если бы... Действительно, я бы... Вот у меня был бы сын, и он был бы геем. Нет, я поняла бы, наверное, потом приняла бы, то есть, ну, сын. Как это не принять? Но знаете, я бы не поняла. Этот вопрос можно